Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал Кики Мексиканец. Я Кики, я из Мексики и я учу русский язык. Сегодня я хочу поделиться с вами мои предыдущие ошибки русского языка. А интересно, что эти ошибки я услышал на улице. И мой первый год обучения русского языка это был на улицах. И я начинал принимать некорректные уличные форме. Мой первый год обучения русского языка был улицы, рынки, магазины. Поэтому я в этом видео хочу вам рассказать, какие фразы я неправильно выучил, разучил и переучил, если можно так сказать. И в этом видео я расскажу о 5 слов, выражения, которые я услышал на улице от носителей русского языка. Я начинал все повторять, как попугай, и оказалось, что это источники не были самые достоверные. Поэтому, я думаю, будет очень интересно знать, какие ошибки я прямо копировал от носителей русского языка. И номер 1 – это слово «нету». Правда, я подумал, поверил, что действительно существует слово «нету», потому что идешь в магазине, я помню, не хочу бренда сказать, но подскажите, а есть Coca-Cola 3 литра, потому что это в Мексике продают? Нет, у нас нету. И практически в моем окружающей среде «нету, нету, нету». Я думал, ну, это просто ласковая форма «нет». Ну, понятно, потом мне объяснили, что нету, то есть нету-нет, да, поняли? Но я признаю, что иногда я использую нету, потому что, мне кажется, красиво звучит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы тоже используете форму нету. Вторая ошибка, которую я копировал от носителей, это «самый лучший». Я помню, когда начинал уже более по-серьезному учить русский язык, и я очень часто услышу, ну, это «самый лучший», «самый лучший». И до сих пор, мне кажется, в рекламе, в телевизоре могут это сказать. А я помню, что мне сказали, что «самый лучший» — это ужасная ошибка, потому что мы сейчас говорим о превосходном степени, да? И, соответственно, есть «хороший», лучший, и тогда должно быть как самый хороший. По идее, самый хороший это самая принятая форма, чтобы звучало красиво. И до сих пор я тоже слышу на улице, что говорят самый лучший. Пожалуйста, пишите в комментариях, если вы услышали эту фразу. И обычно, как вы поступаете, когда человек не очень корректно говорит? Вы исправляете, ничего не делаете? Как принято для вас поступать в этой ситуации? И напишите в комментариях, кто ваш самый лучший друг из Мексики. На 3-м месте, и это до сих пор не представляет. Я не знаю, почему я страдаю от этого слова, что перед того, что я должен это говорить, я думаю, подумай правильно, куда поставишь ударение, это мы все знаем, любимый торт. А когда сделаем множественное число, скажите, пожалуйста, торты или торты? Я не знаю, почему, когда я вижу это слово, я хочу произносить, просто мой мозг сломается, или много тортов, или много тортов. Я не знаю, как здесь все играет, потому что мы знаем, что карандаш, но карандаши. Но это правильно не соответствует торт, торты. Торт, торты, это правильно. Много тортов. Но правда хочется сказать много тортов. И до сих пор, несмотря что я знаю, как будет правильно, я всегда глубокое дыхание думаю, да, много тортов, пожалуйста. Хочу купить много тортов. Ну, наверное, это более без контекста, но вкусные торты. Вкусные торты, да, очень вкусные торты. Хотя хочется сказать торты. Скажите, пожалуйста, если вы тоже страдаете от этого. Я, кстати, когда искал это в Яндексе, я заметил, что есть очень много запросов по поводу, куда правильно поставить ударение. Тогда это не касается только иностранцев, которые учат русский язык, а именно с носителем. Поэтому мне как-то приятно удивилось, что у меня тоже есть такие ошибки, как носители. В 4-м месте это числительные. Русский язык очень, правда, очень сложный, когда все склоняется. И когда я учил экономику, мне пришлось тоже склонять. Я помню, что равно нулю. То есть ты не можешь сказать просто равно 0, равно нулю. И мало того, что ты должен решить математическую задачу, ты еще должен склонять в правильном падеже. И это уже сделать гораздо сложнее. И, например, у нас есть числительный 500. И мы должны правильно склонять. Более, родительный падеж. Я помню, что я услышал более 500. Я думал, ну, более 500, ну, как попугай на самом деле. Я могу сказать, что мои первые годы я действительно как попугай. Все, что слышал на рынке, я очень люблю рынки. И я думал, 500. А, нет. Более 500, да. 500, хотя 500, в принципе, не так плохо звучит, но... 300, 400, 500, да, 500. Но я не знаю почему, я помню, что однажды даже в телевизоре услышал, как говорят 500, я думаю, о, господи, даже я могу это исправить. Я вам точно признаю, числительные это одна из самых сложных штук в русском языке, когда они склоняются. Но я могу сделать отдельное видео, именно какие были мои самые сложные моменты изучения русского языка. Так что напишите в комментариях, если вы хотели этого увидеть. И пятый момент, это с выражения «Ну, что, ты мне позвонишь?» Да, я сейчас знаю, что нужно сказать «Позвонишь, все нормально». С этим я очень быстро исправился, но для меня очень интересно остается услышать такие выражения, которые действительно иногда мне составляют задумываться, если это действительно неправильно от того, что очень много слышу. И мне кажется, мое аудирование, в принципе, очень воспринимает. Мне гораздо легче запомнить слово, если я слышу, чем если я читаю, например. Поэтому для меня это было сложно услышать такие выражения, и мне кажется, до сих пор я это могу услышать. Поэтому я думаю, что когда делаю такие ошибки, это значит, что настолько хорошо освоил русский язык, что и же говорю как носитель. И в качестве бонус есть одно слово, которое до сих пор меня очень заставляет задумываться, правильно ли я произношу. Я просто так произношу, потому что это было первой форме, которую я услышал, но, наверное, если я другую форму услышал, я бы иначе назвал. Это слово... творог. Скажите, пожалуйста, как вы говорите? Творог или творог? Творог это правильно? Или творог правильно? По-моему, говорят, что оба правильны, но почему-то мне кажется, что творог более чаще употребляется? Или я не прав? Ну, напишите, пожалуйста, вы носители, поэтому обращаюсь с помощью. Как вы говорите, и давайте сделаем какую-то статистику. Интересно, что более распространенное, творог или творог? И, кстати, амигос, если вы пропускали то, что я выкладывал в Инстаграме, я просто в шоке, какая большая реакция, сколько вы участвовали, спасибо большое, мне очень приятно. И я сейчас скажу вам правильный ответ. Если вы это пропускали, подписывайтесь. Я сейчас снова поставлю игра, которую я поставил. Вы можете поставить паузу, чтобы не услышал ответ и думать перед того, что я скажу ответ. Так что я выкладывал авокадо, и я спросил, есть ли там косточка. Вот ваши результаты. И сейчас посмотрим, если действительно это так или нет. Я просто поменял освещение эти цвета. И посмотрим, действительно ли так. Сейчас можете делать паузу, если вы это не видели в Инстаграме. Ну, конечно, есть. Спасибо большое, что так хорошо реагировали. Я буду чаще такие игры делать. Надеюсь, что вам понравилось. Ваша поддержка мне очень важна. Если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь. Я, правда, это очень ценю. Я вас очень люблю. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adiós, amigos!